Здравствуйте, с вами Солнечно Юна и погода юга на телеканале Краснодар. 5 июля – день тайной дружбы. Тайная дружба – вещь в жизни очень важная. Тайный друг должен быть обязательно. Ему можно делать подарки и радоваться его победам. Переживать, когда он болеет, и вспоминать о нем на закате. Тайна тоже вещь обязательная. Она делает эту дружбу абсолютно бескорыстной. И если вам кажется, что у вас нет тайного друга, приглядитесь повнимательнее. Может быть, это знакомый кот или цветок на подоконнике. Если все равно не нашли, срочно делайте подарок себе и начинайте себя любить. Тогда и друзья, пусть и тайны, не заставят себя ждать. А в Краснодаре ранним утром возможен дождь с грозой, 22-24 градуса. В обед уже ясно и солнечно, 28-30. Вечером без осадков, 24-26 градусов. В Славянске, на Кубани, в Новороссийске день без дождя. Утром 25-27, днем до 29, вечером 26-28 градусов. В Выселках, в Кореновске, в Абинске синоптики прогнозируют жаркий день. Утром и вечером 23-25, в обед до 30. А в Сочи весь день дождь с грозой. Утром и вечером 22-24, днем всего лишь до 25. Зато свежий морской воздух. Пусть пятница будет самым добрым, веселым и удачным днем в череде ваших счастливых дней. А спонсор программы – строительная компания «Стройэлектросевковмонтаж». Отличная квартира с ремонтом? Покупай, заезжай, живи. Всего хорошего!